5? Да. Мне кажется, это кофе. А. Может быть. На море. Люди на... На чем? Вуальная. А, ну да, раз. Ветер. Пузырики? Ветер выдувал. Прикольно. Лисичок, ты сюда ползешь. Да. А там стихийное бедствие. А там стихийное бедствие. Да. Ой-ой, мама, пожалуйста, спасите лисичка. Или кроватку его. Лисичка. Ну это прям кроватка размера мамы. Ну, да. Но она не такая узкая. Мне кажется, пошире. Мама, забирайте лисичка, пожалуйста. Лисичку, конечно, здесь очень весело. Мне кажется, что... А, и вам это... Угу. Мне кажется, это же с двух сторон. Я, кстати, смотрела, знаешь, что есть еще? Есть еще наклейки на кровати. Стены. Тоже деловые. Да. 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 Ну, как интересно, что это такое. А куда вставляются детали в сомелье?
У тебя из носа течет. Да. За твои штаны. Ой, так, дверь закрываем. Папа пошел в бой. Что такое? В бой. Что? Спой. Thank you.
Thank you.
Ой, это хорошее дело. Меня так вызывал? Да. Видишь, это папа. Ой, Лизичок, не надо сюда ходить. Она же и днем периодически у нее бывает прям бешенство такое, как бы, вся. Возможно, что... Надо ей что-нибудь давать жевать? Да нет, я не знаю. Ну, возможно, что это просто будет. Было бы время, когда просыпалась на один доход и все. Ну, да.
Жалко? Почему? Что? Что там нужно было нам еще подклеить? Есть просто клей есть? А. Самосвал? Ну принесите, попробуем подклеить. Не уверен, что этот клей будет выдержать, конечно. Ну, я можно потом. А. Ага.
Кручу. Как же хорошо, что папа хорошо учился в школе. В школе учился. Ну прикинь, так мебельщиком работать на работе. Ну, это же спина и все, что хочешь, умрет. Не знаю. Попик, потому что не сидишь на стуле? Ну да. А кто? Кто будет у Лисичка? Видео? Пританцовывает? Прикольненько.
Что еще раз? Типа это не срочно, мы можем поспать. Слизичком в той комнате. Ну давайте так. Ага. Ну давай. Давай так.